В Люберцах продолжается охота на тонированные машины. С 1 по 9 июня сотрудники ГИБДД проводят профилактическое мероприятие, в ходе которого выявляют автомобили с нанесенной на стекла тонировочной пленкой. Заметить в потоке машин нарушителя правил тонировки, заполнить протокол, выписать штраф или выдать требования. От люберецких сотрудников ГИБДД не скроется ни один автомобиль с запрещенной пленкой на стекле. Такие мероприятия проводятся достаточно часто. Их цель – предупредить и пресечь эксплуатацию автомобилей с нарушением светопропускаемости стекол. Сотрудники ГИБДД считают, не соблюдать правила тонировки крайне опасно. Водитель не может контролировать полностью, оценивать всю дорожную ситуацию. Это приводит довольно часто к дорожно-транспортным происшествиям. 1 июня на территории Московской области выявлено порядка 1500 случаев нарушений правил тонировки. По ГОСТу светопропускаемость передних стекол должна составлять не менее 70%, лобового не менее 75%. Светопропускаемость задних стекол не регламентируется. 4,6, видите вы? 5. Видите, вам видно? С нарушением согласны? С нарушением водитель этой машины согласился. Однако выйти из автомобиля и удалить запрещенную пленку отказался. Светопропускаемость стекол его машины, по данным прибора, всего 5%. Практически глухая тонировка. В этот раз водителю выдали требования об устранении нарушения. Если это повторится, ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток. Мария Лапычева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.